300 килограммов смертоносного металла, найденного в местах боев в окрестностях Горячего Ключа, слиты воедино. От ствола немецкой гаубицы отходят разорвавшиеся осколки мины снарядов времен Великой Отечественной войны. Грозную скульптуру установили на самой высокой точке горы Фонарь на высоте 280 метров. В этом месте в 1942-43 годах шли ожесточенные бои. Захватить и удержать стратегически важную вершину стремились и советские, и фашистские подразделения. В память о погибших здесь 1986 году был установлен мемориал морякам 76-й бригады морской пехоты, солдатам 395-й стрелковой дивизии и 332-го отдельного истребительного батальона. Рядом с ним занял место памятник «Грозное эхо войны». Его из осколков снарядов и мин, найденных в окрестностях Горячего Ключа, собрал руководитель поискового отряда «Волчьи ворота» Николай Пахомов совместно с коллегами. Работа длилась около полугода. Скульптуру из металла на самой высокой точке горы помогли установить участники проекта «Дорога героев», члены поисковой группы «Обелиск», краснодарские студенты и военнослужащие Горячеключевского гарнизона. Сам памятник уникален. Он изготовлен из осколков разорвавшихся мин и гранат, собран ребятами поискового клуба «Волчьи ворота», автор памятника Николай Пахомов. В результате проекта получилось, что объединились ребята совершенно разных интересов. Взрослые люди, люди разных специальностей и профессий. Более 50 человек участвовало в мероприятии. В результате мы получили новый объект, который прославляет воинскую славу защитников Кавказа. По замыслу авторов, памятник «Грозное эхо войны» будет служить напоминанием о жестокости войны и мужестве защитников Отечества, подаривших нам мирное сегодня.